Здравствуйте, друзья. Воздуха наберите. Американский дом престарелых. Довелось заехать в дом престарелых. Вот так все выглядит. Живут вот так вот старички в доме. Просто огонь. Всех номера. Так вот. Вот такое вот тут зданица. Просто вообще. Вот. Американские пенсионеры встречают достойную старость. В России люди и соли доедают на нищенскую пенсию. Вот это все их домики. Персонал, который за ними следит, обслуживает все. Да. Не передать. Просто что-то с чем-то. А теперь еще раз воздуха наберите. Это Пенза, госпиталь для ветеранов. Жду комментариев про «не все так однозначно». Это город Иваново, 300 километров от Москвы. Если у вас есть знакомые, кто голосует за Путина, потому что он вытащил страну из 90-х, и вы не знаете, что им подарить, можете смело распечатывать и в рамочку. Привет обманутому россиянину. Смотрите, у нас вот такой вот барак стоит в центре города, в курортном районе Санкт-Петербурга. За ним, практически за ним уже центральная улица наша. И как вы думаете, где туалет этого дома? Туалет этого дома был вот здесь вот раньше. А сейчас, как вы думаете, где? Думаете, внутри? Нет, друзья мои. Он теперь вот здесь стоит. Вот здесь, да? Перенесли просто его на 5 метров и все. Естественно, все это рядом с помоечкой. Все было красиво. Ну и, конечно, Лавров-то нас не обманул. Да, в Швеции все общее. У нас, посмотрите, как. Посмотрите. Первый этаж отдельно, второй этаж отдельно. Разделение есть, правильно? Правильно. Не то, что эти загнивающие Швеции это. Так что вот так вот и живем, друзья мои. Курортный район Санкт-Петербурга. В Швеции не то, что туалетов таких нету. У них и ковра такого перед такими туалетами нет. Ватникам по телевизору рассказывают, что дороги плохие, потому что асфальт склевали птицы. Роман Перебежников, председатель комиссии по состоянию дорог, каждый день выходит на улицы, чтобы зафиксировать выбоины на дорогах нашего города. 2 года назад он нашел настоящую причину плохих дорог в Липецке. Тайская обувь содержит очень высокую концентрацию токсинов. Эти токсины попадают в кровь к голубям, в организм. И голуби перестают понимать, что можно кушать, что нет. И результатом становится разрушение асфальтового покрытия, вот эти выгрызания, которые вы видели собственными глазами. То, как птицы выклевывают асфальт, можно наблюдать по всему городу. Специалисты уверены, если бы не голуби, липецкие дороги прослужили бы гораздо дольше. А, так вот оно в чем причина. Я все не мог разобраться. Липецкое сообщество орнитологов бьет тревогу. Они боятся, что на птиц объявят охоту. Голубям необходимы минералы, именно поэтому они едят камушки. В камнях содержится также и кремень. Это способствует их пищеварению, помогает лучше усваиваться пища. Асфальт клюют, чтобы улучшить пищеварение. Сомнений не вызывает. Любители птиц предлагают в большом количестве строить скворечники и голубятни, в которых будут оставлять корм с минералами. Ну а что? В байке про вторую армию мира поверили. В такую чушь тем более поверят.
Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, Гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир Гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная вроде чашечка. Вот я ее ставлю. Беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично, уже проявился. И теперь смотрите. Вот конфеточки. Да. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Больше всего мне больно смотреть на людей, которые, так скажем, мягко, немножко разочаровались в нашей мощи и в вооруженных силах. Да? Это вот те люди, которые там смотрели танковые биатлоны, там рассказывали, какой у нас крутой танк «Армата», показывали робособак на выставках и все прочее. Да? И вот они сейчас вот смотрят на весь пи***, который происходит, вот, и говорят, а как так они в Кремль каждый день по территории России. Вот, вы получаете, смотрите. Вот, откройте глаза и смотрите, как прекрасен этот... Захоронение в рассрочку, зал прощания бесплатно. От себя добавлю, а жизнь в кредит. Такое вот село, Тульская область. Самое необходимое, все есть у людей. Собственно, вот это учреждение отлично дополняет картину. Сначала идешь сюда, оформляешь себе ипотеку, берешь себе домик в селе теплое, наслаждаешься, и потом сюда, даже переходить не надо. Я вам сейчас выдам одну военную тайну. Хотите? Да. Советский Союз вместе с фашистской Германией напали на Польшу. Советский Союз? Угу. Как это? Мы же воевали против фашистской Германии. Вы реально этого не знали? Нет, у нас мы выиграли в той войне, ну так скажем. Советский Союз выиграл фашистскую Германию. С 41 по 45 они воевали. В 45 мы были в Берлине. А с 39 по 41 что было? Войны не было, нет. Ну я, походу, выдал слишком сложную военную тайну. Абакан. Власть воспитывает. Свежее пушечное мясо. Вообще, мясо будущее. А я ж так жестко прям так ожут прям. Раз, два, три, левый. Народу-то столько. Это загнивающая Америка. Загнивающих американцев готовят работать за достойные деньги и пользоваться всеми благами цивилизации. Это гордая независимая Россия. Независимых россиян готовят бесславно удобрять украинский Бахмут. Может, все-таки стоит уже начать интересоваться политикой?